үкіметтің заң жобалау жұмыстарын 2013 жылға арналған жоспарында бастапқыда 53 заң жобасын әзірлеу көзделген болатын. Бүгінгі күні жыл бойы енгізілген түзетулерді есепке ала отырып, жоспар бойынша 43 заң жобасын әзірлеу көзделген. Көрсетілген 43 заң жобасын ішіне елбасы қол қойды, және 32-сі парламент мәжілісіне енгізілді. Ағымдағы жылғы 18 жыл 90-да өкіметте қалған 8 заң жобасын таныстырылған және оларды ағымдағы жылдың соңына дейін парламент мәжілісіне енгізуге күтуде. Баяндалғанды ескере отырып, заң жобалау жұмыстарды жоспарын толық көлемде орындалуын атап кетуге болады. Вместе с тем, уважаемые коллеги, не удалось избежать исключения законопроектов из плана и переноса их сроков внесения на более поздний период. К примеру, срок внесения законопроекта по вопросам дальнейшего упрощения отправления правосудия, снижения бюрократических процедур был перенесен в связи с включением положения по вопросам передачи незначительных споров в институты внесудебного урегулирования споров. Необходимо отметить, что в текущем году государственными органами разработано 17 внеплановых законопроектов. Из 17 внеплановых законопроектов текущего года 13 направлены на законодательное обеспечение определенного главой государства курса на укрепление социально-экономической модернизации государства. Остальные 4 законопроекта вытекают из поручений руководства правительства. При этом следует отметить, что нам удалось переломить негативную тенденцию соотношения внеплановых к плановым законопроектам. В этом году этот показатель улучшился на 50%. Если приводить данные предыдущих лет, в 2011 году это составило 85%, в 2012 – 41%, и уже в 2013 он составляет 35%. В текущем году также реализованы законодательные инициативы, озвученные президентом в послании «Стратегия Казахстан-2050». Так, в целом, в реализацию послания предполагалась разработка 26 законопроектов. При этом 19 законопроектов реализовано посредством текущего плана законопроектных работ. По остальным 7 законопроектам ситуация следующая. 3 подписаны главой государства. 2 реализованы в рамках плановых законопроектов, внесенных в мажилис парламента. 1 законопроект по совершенствованию системы предупреждения коррупционных правонарушений по согласованию с администрацией президента перенесен на более поздний срок исполнения. 1 законопроект по противодействию религиозному экстремизму и терроризму находится на стадии согласования с государственными органами. Необходимо отметить, что в текущем году также увеличилось количество законопроектов, разработанных депутатами парламента. Так, со стороны депутатского корпуса инициирован 21 законопроект, что превышает показатели прошлых лет почти в 2 раза. Учитывая изложенное, в целом хотелось бы отметить значительный рост объема законопроектной работы в текущем году. Так, по итогам года общее количество разработанных законопроектов составило 81, что больше показать в прошлых лет почти на 70%. При этом в текущем году следует отметить рост не только количества законопроектов, но и содержательной составляющей законопроектной работы. В 2013 году в парламент внесены проекты 4 кодексов – это уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного и об административных правонарушениях. В этой связи, учитывая значительный рост законопроектной работы в текущем году, прошу уделить особое внимание качеству разработан и находящихся на рассмотрении парламента законопроектов. Құрметті әріптестер, әділет министрлігі үкіметтің заң жобалау жұмысын үйлестіруші болып табылады. Сонымен бірге заң жобаларын мазмұндық жағынан сапасы мен оларды уақытында енгізу үшін жауапкершілік заң жобаларын әзірлеушілер болып табылатын мемлекеттік органдардың бірінші басшыларына жүктіледі. Осыған байланысты, құрметті Серік Нигметұлы, сізден заң жобалау жұмыстарын, жоспарын қатан сақтауға және заң жобаларын мақұлданған тұжырымдамаларына сәйкес олардың әзірлеуіне мемлекеттік органдардың назарын аудар
аудартуды сұраймын. Бұдан басқа мемлекеттік органдарын өз қызметін жоспарлау негізінде заң жобалау жұмыстарын жоспарлауды есепке алуды сұраймын. Себебі соңғысы олардың алдына қойылған стратегиялық міндеттерде іске асырудың құралы болып табылады. Осыған орай мемлекеттік органдар қызметін болжалды талдамалық құрамдас бөлігіне нығайтуға ерекше көңіл аудару қажет. Бұл әсіресе шақырылым ішінде парламенттің жұмысына есептелген заң жобалау жұмыстарын тұжырымдамалық жоспарлауда ағымдағы жылдан бастап енгізу аясында маңызды болып табылады. Назарыңызға рахмет.